здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте. Вот покатала вас по городу, потом прошлась с вами по магазину. Ну, а теперь хочу показать, что же я купила себе. Давно хотела себе купить, знаете, что, подставку для ножей. У меня есть, видели, да, на кухне магнитная такая, куда я цепляю ножи стеклянные. Ой, стеклянные, господи, железные. Ну, такие, которые цепляются. А давным-давно еще моя кумасик жила. Лорик, привет, моя золотая. В Тюмени, у нас еще тогда Галамарта не было. И я ездила в Тюмень, и там я к ней приехала, она похвасталась. Ой, у меня такой нож, чудо-нож. И я купила там вот такой нож, да. Он уже, видите, желтенький такой. И вот здесь уже пожелтевшее, вот видите. Вот. Но они мне очень нравятся. С ним, конечно, нужно очень аккуратно. Я вообще этот нож прятала там подальше, чтобы только я этим ножом пользовалась. Но так как у нас появился уже Галамарт, уже два Галамарта у нас появилось. И поэтому я же влюблена в эти ножи. Думаю, ну вот как вот хранить это. И давно хотела купить вот такую подставочку для ножей. Сбылась мечта, о боги! Какие у меня маленькие мечты, да? Не, у меня есть и побольше мечты, поэтому, ну, хоть немножко дайте порадовать. Смотрите, вот такая мармишелька здесь. Не знаю, вермишель, не вармишель, что здесь такое. Оно не достается, оно прилеплено. Пластиковая, в общем, тяжелая, знаете, такая... Да, здесь все. О, во, как она вылазит, видите? О, классно, ее помыть можно будет, даже если что случится, да? Даже если вот это треснет, вот это можно потом в другую по диаметру найти и вставить, и будет. И вот как оно будет, смотрите. Блим-блим-блим-блим-блим-блим-блим. Опа, все. И ничего с моими ножами не будет. Я думаю, и красиво так, да, будет вообще, как кому видно. В общем, мне нравится. У-ху! Так, ну и что это один нож? Ну что это один нож? Это вообще ничего. И у меня теперь есть еще два ножа. Хоп! Смотрите, один я взяла маленький для овощей и один такой для мяса. Сейчас я его раз... чекрыжу и покажу, как это будет выглядеть. Конечно, я этими ножами, я не знаю, как у кого, у меня-то дома я все и готовлю, я все, у меня есть отдельно мои ножи, отдельно пользуются ножами, ну, кто хочет. В общем, а этими ножами только я, потому что девочки, с керамическими ножами нужно быть очень осторожно. Так. Потому что их ронять нельзя, они отламываются. Ну, у кого есть, я знаю, что у многих есть керамические ножи, они знают, что это такое и с чем это все едят. Представляете? И, о боги, это же кайф. О, видите? Видите? Скоро я те старые заменю ножи, потому что я еще заказала с Алиэкспресс, потому что у меня тем ножам уже мама не горюй. Вот, ну и будет моя красотулечка. Ух, сейчас буду готовить этими ножами. Как, вообще, какая красота. Еще подберу, чтобы были все это. Некоторые скажут, зачем вам и керамические, и простые. Потому чего что. Вот. Девочки, только обращайте внимание, смотрите, здесь есть подставка для ножей с полипропиленовыми разделителями. Диаметр 11 сантиметров, высота 18 сантиметров. Берите, чем выше, тем лучше, потому что глубина ножа, вот это, смотрите, какая глубина, чтобы она заходила, ну, хотя бы вот до сюда. Смотрите. Вот, видите? Они не будут пересекаться, они не будут ломаться. Вот. Так что подставочка такая. А счастья моему нет предела. Так.
кто был со мной уже в магазине, признавайтесь, ставим пальчики вверх. Ну, я имею в виду, я по магазину ходила, а вы виртуально со мной были. И я вам показывала, что там появились такие кружки. Так, 360 миллилитров, я так понимаю. Здесь написано, что с терморисунком кружка. В общем, знаете, какой прикол? Я потом покажу в конце. Водички нагрею и покажу вам. Там разные. Там есть и вот такие черные, и снежинки, и еще и какие-то там всякие. Смотрите, вот она выглядит вот так. Потом я налью водички горячей, и вы посмотрите, во что она превратится. Обязательно вам покажу. Прямо сейчас я не буду прятать. Взяла себе ее такой, знаете, берешь ее в руки. Такая черненькая, такая, прям такая. Потом она такая белеет, и у вас настроение поднимается. Зимним вечером у камина. Да, такая, ну, тюльпанчики, я не знаю, видно вам или нет, здесь такие тюльпанчики, такие. И плачет одинокий скрипач. Так и тюльпанчики здесь стоят. Ну, вообще, кружечка такая. Взяла себе одну. Ну, так, еще, девочки. Взяла вот такой ночничок. Чем он мне понравился? Он, конечно же, на батарейках. Три батарейки мизинчика. Вот так вот он висит у вас возле кровати, или где у кого, или можно в детскую кроватку, у кого детки. Вот так нажали, и он светит. Можно, у кого есть дача, в туалет. Нажал, выключился, включил, горит, светит. Прекрасно, прекрасно. Надо вам показать в туалете, как он светит. Так что 89 или 90 рублей, что-то такое. Видите, кому там пищит. Ладно, Витя. Так что, классная штучка. Я уже пожалела, что взяла одну. Что одну взяла, не пойму. Почему я одну взяла? А во лбу, смотрите, красота. Страшная сила. Раз. Вот. Так. Девочки, кто давно меня смотрит, уже видели. Помните, я давным-давно, в прошлом году, наверное, показывала тапочки. Покупала в Магните. Ой, в Монетке. Уже закрыли эту монетку. Вот на пробковой основе. Очень мне нравятся тапочки на пробковой основе. С ними ничего не делается. Вообще, вот немножко вот здесь потерлись. Где тут? Вот. Чуть-чуть вот. Видите? И вот здесь. Так как это размер был последний, 36-й, по-моему. Вот здесь нога выступает и все. Так с ними ничего не делается. Очень хорошо, ноги не потеют. И поэтому я сегодня, когда увидела в Галамарте, 270, по-моему, вот эти тапочки, я, конечно же, я не могла их просто не купить. Я просто их не могла купить. Размеры там 38, 39, 40, девочки. Я посмотрела. Вот. Обалденно. Я очень рада, что здесь пробковая это. И моются они хорошо, и ножкам приятно. Так что тапочки, ю-ху! Ну, я вам хочу сказать, что я в Галамарте шла вообще-то прям, я думаю, мне обязательно это кровь с носа нужно купить, подставку для ножей. И, конечно же, вот эту штучку. Кто меня смотрит, и я видео недавно выпустила, как я стираю, я показывала эти салфетки. Эти салфетки 20 штук, 85 что ли они рублей стоят, здесь 20 штук. Для чего они? После этого видео мне спрашивали, для чего эти салфетки. Эти салфетки я бросаю одну-две, когда стираете цветное белье, и вдруг у вас там что-то новое вы стираете первый раз, и не знаете, полиняет оно или не полиняет, обязательно нужна вот эту салфеточку. Они есть во всех магазинах, разные салфетки против окрашивания. Но цены там, мама, не горюй. И 200, и 300, и 400 есть. Вот, поэтому это 85 рублей. Но, скажу вам интересную вещь, я забрала последнюю. Обычно я беру штуки 3-4 сразу. Здесь 20 штук, мне хватает где-то вот 3-4 штуки на полгода с гаком хватает. Потому что я не пользуюсь так, один раз постирала и выкинула. Я и 3, и 4 раза бывает. И я вам там показывала, что у меня уже там не первый раз постельная постирана, и все равно какие-то цвета брали. Поэтому я этими салфетками, ну я прям, я всегда когда вижу, я их беру. Раньше, конечно, они были дешевле. Помните, я еще покупала
в другом магазине нашем любимом, не менее любимом. Вот 85 рублей это тоже недорого для 20 салфеток. Это вообще вот, видите, здесь написан набор салфеток для стирки против окрашивания. Так что, девочки, у кого бывают такие случаи, что часто что-то окрашивается, приобретите, и вы не пожалеете. Ну, вообще, все, кто после моей наводки, начинал ими пользоваться, и очень рады и довольны. Может, я это зря говорю, теперь это все пропадет, или цена бабахнет пару-тройку разочков. Ну, ладно, посмотрим. В следующий раз, если это все пропадет, и если цена вырастет в много раз, больше не буду вам хвастаться хорошими покупочками своими. Так, ну и конечно же, я не могу вам похвастаться. Вот такой наборчик. Вы уже знаете, что иногда у меня так муза посещает, я начинаю там мыловарением заниматься. И иногда, в общем, вот такие формочки силиконовые, они маленькие. Смотрите, они помещаются... Ну вот ладошка моя чуть больше, чем ну вот до середины пальца, вот, да. Очень хорошо, кто мылом занимается. Ну вот одну такую можно иметь, да. Даже с кем-то можно поделиться. Но очень хорошо маленькое порционное что-то заморозить. Кто укроп замораживает, знаете, там одноразовый. Кто замораживает, вот как я там, я, извините, в прошлом видео сказала, что кетчуп можно замораживать. Нет, не кетчуп, томатную пасту. Вы же знаете, когда мы берем томатную пасту, открываем, попользовались, и она уже все там покрывается иногда пенициллинчиком, в общем, как это, плесневеет, да? А если мы сразу купили банку большую, рассыпали, поэтому заморозили, потом силикона в один пакетик, и у вас так, вы что-нибудь делаете, вытащили одну порцию, забросили на сковородку, и вот вам счастье, представляете? В общем, вот эти мишки, они для чего угодно. Классная вещичка. Еще они были по акции 49, по-моему, рублей. 4 штучки у меня здесь, так что одна пойдет на мыло, такое будет детское мыльце, такое красивое. Я так и не знаю, кто это, мышка или мишка. В общем, кто-то такой красивенький. Надо как-то сделать из формочек моих, которые последняя покупала, мыльца. А еще, девочки, вы не поверите. Мне кажется, этому бы радовался мужчина, но я не меньше этому радуюсь, не меньше. Почему? Да потому чего что. Представляете? Ящик, да, ящик для инструментов. Да, для инструментов, да, инструментом. Инструментами тоже я заведываю. В общем, заведующая по инструментам. Как вам нравится? Здесь, смотрите, защелкивается. Раз. Если кому надо, там, мужу подарить на день рождения, ну, не на день рождения, ну, допустим, просто вот, знаете, презент, признаться мужу в любви. Вечером он пришел с работы и сказать, я тебя люблю, и я тебе купила такой подарок. Да? В следующий раз он вам, конечно, подарит тазик для стирки. Ну, это ничего страшного. Тазики лишними не бывают, девочки. Лишь бы что дарил. Главное, внимание. Так что, смотрите, и какое чудо. Вот здесь можно даже замочек повешать. Я не знаю, видно или не видно. Опять отсвечивают. Сейчас. Может, так будет видно. Нет, здесь... Вот, видите, здесь замочек можно повешать. Вот. А еще что не может не радовать. Представляете, он открывается... Бриллиантов нету бриллиантов. Но тут раз, вот в эту штучку можно положить и молоточек, и плоскогубцы, а сюда что-то большое. Так что моему счастью нет предела. Закрывается, сюда много что поместится. Еще в крышке выпуклость, видите? Так что, ну как я могла этому не порадоваться? Девочки, как этому можно не порадоваться? Ну вот тут скажите, мои дорогие, пожалуйста. Ну вот скажите, как этому можно не порадоваться? Ой.
Так, ну что, мои дорогие, как обещала, пробуем, пробуем. Наливаем кипяточек, 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 хоть бы она не треснула. А то будет мокрое диво. Смотрите, 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 смотрите. Ага, белые тюльпанчики. Классно же, да, смотрите, из черного превращается в белое. О, боже. И смотрите, тюльпаны расцвели сразу. Они были такие тонюсенькие. Вау! Вау, вау, вау! Класс, правда? А здесь такая осталась черненькая. Но здесь воды нету. А если так немножко наклонить? Хоть бы не разлить. Да, когда наклоняете, то вообще черное исчезает. Видите? Сейчас вот... Вот так вот наклоню, оно будет остывать. И, наверное, что, боже, смотрите, какая из черно-белая превратилась. И тюльпаны расцвели, смотрите. И они уже не одинокий скрипач. Такие красивые кружечки. Бомба, бомба, бомба. Так, смотрите, мы в темноте. Ну, даже читать можно, да? Вот что здесь написано. Ну, то есть, даже в туалете можно на даче в туалет сходить. Вот так. Хотела показать и рассказать, поделиться с вами моими покупочками, которым я очень рада, которым я очень счастлива вообще. Особенно кружка с тюльпанами, ну это вообще бомба, это бомба. Да и вообще все, что купила, мне все нравится. Так что, мои дорогие, всем пока. Кому понравилось, ставим пальчики вверх. Кому не понравилось, вы меня извините, пожалуйста. И всего хорошего, мои дорогие. Подписываемся на мой канал. Кому это нравится, кому не нравится, извините. Пока-пока. До скорой встречи, мои дорогие.